Привет, друзья! Это истинный следователь. Сейчас хочу поговорить о безопасности в интернет, настройки роутеров, проверки роутеров на безопасность. У меня роутер уже давным-давно стоит, менялся, был Asus простенький, потом TP-Link, потом еще один Asus, Apple был и есть. И Зиксель еще были. Что-то еще было. Такие разные потестировал. Несколько фирм, поэтому есть определенный опыт. Но обычно просто прошивку менял на нем. У первого, по-моему, даже и не менял прошивку. Asus, по-моему, 520 был. Сейчас, который Asus 66 был. RTN66, у меня обзор есть на него. Неплохой, вполне хороший роутер. Единственное, что грелся, но он как бы не перегревался, так все отлично, и при торрентах помирал. И здесь я прочитал опять, что вирус распространяется, этот WAN на край, и решил проверить свою сеть. Стоял у меня антивирус 360, Total Security китайский, сейчас стоит Avast. В Avast есть проверка внутренней сети. Что он точно делает, непонятно, но запускаешь ее, и он показал мне уязвимости на роутер Apple. Я думаю, так и есть, потому что фирма херовая. Apple явно там уязвимости есть. Я им написал, не знаю, что эти дебилоиды там будут делать. Ну, конечно, расстраивает такое положение вещей. И вот сразу стал информацию искать, и программка попалась. Роутер скан. Она сканирует адреса. Здесь вводить надо адреса. Конечно, не все подряд. Работает она долго. Нагружает нормальный компьютер и роутер. Много соединений открывает, поэтому будьте к этому готовы. Программка полезная, она просто не взламывает компьютеры и деньги ворует там, а просто проверяет стандартные пароли и известные уязвимости. Вот здесь вот в модулях, по-моему, описано ХНАП, а вот эти вот я не знаю, нужные штуки или нет. Запускайте ее. Здесь адреса какие нужные, там уж найдете диапазоны, какие нужно, и проверяете. У меня она работала что-то часа 3. Нашла 3000, проверила 3000 адресов, и около 10%, 300, если там 3300, перенесла вот в хорошие результаты, то есть они ответили. Жалко, она не сохраняет здесь результаты, но можно правой кнопкой выбираете экспорт скан табл, сохраняете в CVC стандарт. По мне самое нормальное. Еще и сайт есть у этой программки, там валяются эти все точки. Вот, давайте посмотрим, что она нашла. Здесь видите то, что он ответил, за какое время, порты, IP-адреса, модель, Asus. Я подумал, о, блин, Asus взломанные, а нет, вот здесь, которые, видите, пароля нету, Asus 16, просто ID сети, BS ID, и все, ключи не показывает. Это же, наверное, неплохо. Хотя, может, это тоже уязвимость. Показывает название сети и MAC-адрес беспроводной. Так, посмотрим название. Здесь пошло уже со стандартным паролем. Это Ростелеком.
меня тоже был 8245, там этот роутер. И стандартные у людей root admin. И вот он заходит на него. И там уже даже видит беспроводные, как видите, пароли и VPS пароли. Это, смотрите, к тому, что какое говно Ростелеком, он не следит за своими. Это же Ростелеком понаставил. Люди дальше им пароль не поменяли, и он стоит. А Ростелеком, он же прекрасно знает, у них есть дистанционное управление роутерами, причем которые не отключить. Но они, видите, нифига не управляют. Хотя они могли бы поменять им пароль дистанционно, даже не приходя. Им похер, потому что дальше куча ADSL-овского оборудования. DSL, ADSL, я думал, почему, зачем продается в DNS куча оборудования DSL-ское? Это же какое-то говно DSL-ское, там исходящий канал тощий. А вот народ дофига с DSL сидит. Ужас. У меня тоже был DSL, но фиг знает сколько там, я не знаю. Лет 8-10 назад такой маленький модемчик. Он как раз ростелекомский. Что за отсталость? Это же еще крупный город. DSL, DSL. Вот, видите. C51, неплохая модель. Asus. Имя пароль он не нашел, но все-таки как-то ответил. Наверное, это не очень хорошо, что он вот так вот отвечает. Вот, стандартный имя пароль DDVRT. Прошивка это альтернативная. Думаю, сама прошивка хорошая, но вот люди что поставили и не поменяли. Еще что прикольное я нашел. Люди пишут пароли на сеть. Это на беспроводную. Видите, телефоны пишут. То есть можете людям звонить. Или знакомиться с ними там вот. Да это. Раз, раз. Но это не телефон, да, это херня. А так у телефона похоже. Ну что, сюда пароль, а на вход в роутер нет пароля. Так. Ну вот название. В общем-то, они взломаны, которые взломаны. Здесь вот нету им пароля, а там ключи есть. Это Билайн интернет продает. Такое же говно, видите, как Ростелеком. Вот этот роутер такой, как я посмотрел, серком. Ну, простой роутер, неплохой, более-менее. И то же самое, админ, не поменяли даже, целая куча их стоит, понаставили и похер им там, что у вас там с оборудованием. Хотя должны были людям помочь. Опять куча асусов, но асусов много стоят, это старые такие модели, N10, N12, N18, по-моему. Это не такая плохая модель, 66-й, это вообще прям флагман бывший. Опять коробки эти билайновские. Ну, в общем, так вот дальше. Как видите, по количеству. А, вы сбоку не видите, это 400. Более 400 из 4000 проверенных. Так, что это? Такой пароль, фига себе. Вот, в общем, много, 10%.
из роутеров, это еще не какой-то специальный взлом компьютеров 10%. Не следят люди. Ну и главное, то, что хотел я показать, то, что и операторы, в частности, Ростелеком и Билайн, куски говна, лишь бы деньги собирать. Вот, они пишут, настройки поменять, конечно, пароль я поменял на роутере, а прошивку-то, или ошибка, дыра в прошивке-то, прошивку-то ты не поменяешь, блин. Поэтому сапвалом роутерами залет получается, блин. Получается уязвимость у них. Ну, на этом все. Пока, ребята. Занимайтесь безопасностью, она как раз нужна особо простым людям как раз. А на уродов насрать.